Глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий провел работу котельной на Комсомольском проспекте. Ее мощностей хватает лишь на небольшой жилой фонд на северной стороне города из-за специфических особенностей МКД. Как котельная справляется со своей задачей в разгар зимы, узнали мои коллеги. Эту котельную построили 38 лет назад. Тогда вокруг нее еще не было такой плотной застройки. Тепловая мощность составляла 7 гигакалорий в час. Постепенно с появлением жилых домов котельная совершенствовалась. Позади два этапа масштабной реконструкции. Последняя была в 2016 году. Мы вышли с 7,2 гиг на сегодняшнюю позицию 19,2 гиг. Присоединенные 16,2. То есть у нас еще 2 гиги в запасе. Ну, 2 гиги это примерно 9-этажка 4-подъездная. В настоящее время котельная обслуживает 5 домов на улице Инициативная и 1 детский сад. Обогреть многоквартирные высотки технически сложно, но благодаря современному оборудованию тепло и горячая вода поступают до 25 этажа. У нас всего котельных в округе 81. Все, слава богу, работают. Понятно, я всем своим коллегам говорю, что мы от аварии не застрахованы, но мы желательно должны их предвидеть, а если происходит, то жители не должны замечать. Котельные округа функционируют в штатном режиме благодаря профилактической работе, проведенной летом. В частности, на этом объекте перед началом зимы провели ревизию оборудования, чистку теплообменников и техническую проверку приборов. Сейчас, в разгар отопительного сезона, здесь дежурят 2 оператора, аппаратчик, химик и слесарь. Аварийно-диспетчерская служба на страже 24/7. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.